Тёлка из моей церкви. Ну, и? Сказала, нужна искра. Лично у меня все и так искрилось. Если б ты, придурок, перестал трепаться про баб и напряг свою пару извилин, то придумал бы, как нам выбраться отсюда живыми. Надо же как-то себя развлечь. Ах ты ж, это ж Дюк Нюкем. Слышь, хочешь оказаться по ту сторону? Большой Вилли перетащит туда контейнер, если хочешь, залезай туда. Эй, Вилли! Давай-ка сюда нашу малышку! Как хорошо, что ты здесь, Дюк. Мы с Биллом тут уже несколько часов торчим. Видели утром, как какая-то тварь типа осьминога залезла со стройки в купол. С тех пор мы не можем выбраться отсюда. Ну и огромная же дрянь. Судя по тому, как все затряслось, она насквозь пробила купол и впечаталась в землю. Да, буфера у нее прям как у тетки Бренды. Ты чё, придурок, у родной тетки сиськи смотрел? Посмотреть-то можно? Главное, у кого пушка! Следующий.
нашел выход. Нахрюкался, дружок. Визжи, поросеночек.
Huh?
Совсем. Нужен сок. Что нужно. Thank you.
лицо. Mm-hmm.